Сезон дорожных работ в Самаре в самом разгаре. В этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» городу был выделен большой объем средств, который позволит обновить не менее 35 участков городских дорог, говорится в телеграм-канале главы Самары Елены Лапушкиной. В настоящее время выполнено более 70% работ по нацпроекту. На сегодняшний день закончен дорожный ремонт на участках улиц Гагарина, Физкультурной, Народной, Советской Армии, Белоновской, Товарной, Заводской, Магистральной, а также Соколова, Чкалова, Первомайской, Дачной, Обувной, Арбатской, Белорусской, Трубной, 128 километра и на Волжском проспекте. В телеграм-канале Куйбышевского района приглашают жителей пройти диспансеризацию. Основная ее цель – раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития. Для работающих граждан предусмотрена работа поликлиник в вечернее время и в субботу. Сельские жители могут начать прохождение диспансеризации в своем ФАПе. Для записи на конкретный день необходимо обратиться в свою поликлинику. Записаться на медосмотр можно дистанционно по телефону поликлиники или на портале госуслуг. Как оформить паспорт со скидкой в 30%, рассказывают в телеграм-канале Советского района. Для этого нужно зарегистрироваться на портале госуслуги.ру и получить скидку на оплату госпошлины за бланк документа. Это сделано в целях упрощения процедуры предоставления государственной услуги и сокращения сроков ее оказания. Зарегистрироваться на госуслугах можно при помощи компьютера и мобильного приложения, которое можно скачать на телефон, работающий на базе Android.